Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы молитвенно отмечаем 40-й день кончины нашей Лизы Ольховской. Кто ждал того, что произошло 40 дней назад? Как же это так, что этот свет завял так неожиданно? Как же это так, что супружество разорвано так скоро? Мы не видим, мы не знаем, как смерть столь неожиданная может быть нужной и полезной как для почившей, так и для оставшихся. Это тайна Божия. Но мы не можем сомневаться в том, что любящий нас Отец Небесный все направляет ко благу, к счастью. Его крепкая и заботливая рука над каждым из нас, глубиною мудрости и человеколюбно все устраивая в нашей жизни, на нашем пути спасения. Тяжело душе под бременем скорбей неожиданных. Но для христианской души скорбь – это врачевство, а страдание – печать любви Божией. Скорбь наших ближних – это еще одна возможность для нас на деле приступить к тому, к чему мы призваны, то есть быть православными христианами, любвеобильными, добрыми, поступающими по-евангельски. Страдания наших ближних – это еще одна возможность для нас познать что-то про любовь и полюбить по-настоящему, по-христиански. Пожалеть, утешить и поддержать. Если мы будем к этому стремиться по мере своих сил, то души наши станут ближе к Богу и друг к другу. Помолимся сейчас
крепко за почившую. Много эта молитва будет значить для нее. Молитвенное поминовение и совершение добрых дел в память ее помогут и нам в нашей скорби. Аминь.